Итак, ответ на вопрос, зачем необходимо по кругу заливать бетон. Разные предположения были написаны. Но на самом деле бетон заливается для того, чтобы создать твердую почву, для того, чтобы вот такую досточку можно было прибить гвоздями по бетону. Вот таким способом мы прибиваем вот один гвоздь, второй. И уже к этой досточке можно прибить стойку для опалубки. И как бы по кругу, чтобы опалубку не разорвало, чтобы она четко держалась. Все-таки она будет 2,5 метра, опалубка. Поэтому и необходимо вот по кругу, чтобы создать твердую почву. Потому что если гвоздь забивать в землю, оно не есть стабильно. Бетон, если забить, он будет держать хорошо.